Всем привет! Привет! Мы на канале «Сестрицы в теле». Я Света. А меня зовут Кристина. Мы две сестры, и мы вместе худеем. Сегодня жуткий ветер, прям задувает везде. Хотя на улице очень тепло, плюс 15. Угу. Ну, мы пытаемся найти, где уголок какой-нибудь, мы чтобы поговорить. Мы побежали в кусты. Да, вот тут ветер, а не меньше. Надо тогда вот туда продвигаться еще. Пошли. Мы тут под санаторием Ейск. Ой, тут уже расписали писанину, детишки какие-то. О, тут уже поменьше ветерок. Да. Девчата, после вчерашнего нашей зарядки, где мы делали, танцевали, ага. Много веселых комментариев. Девочки написали: вы наши лебедушки. Молодцы, что хоть как-то начинаете трястись, даже если нету у вас спортзала. Девочки, да, мы так и подумали, что мышцы болели сильно, надо было хоть какую-то зарядку. И они так разогрелись, что потом шустренько день здесь проходил. Да. Ой, и не так болели. Волосы как кола встали. Мы приехали на почту отправить посылки. Теперь мы идем в спортзал заниматься. Хоть у меня еще от того спортзала все мышцы болят. От вчерашних танцев, от загревания, все равно все болит. Ну ничего. Про это будет тут один комментарий по поводу вот этой боли после спортзала. Ну а сейчас тут другой вопросик. Марина пишет. О, тут пасмурно-то ясно. Девочки, добрый день. Светлана, даже не думай про 950 килокалорий, а то у тебя уже ушки навострились, как ты это услышала. Ты красавица, умница, отшлифуешь фигуру в зале. А с дефицитом таких килокалорий в гробе желчной поджелудочной. Для Кристи 1200 будет мало. Организм будет еще больше сопротивляться. Включится режим экономии. Попробуй хотя бы месяца 3 интервалку на 1500 килокалорий и спортзал. Посмотришь и результат. Да, ну, все верно. Да, я хочу вот сейчас эту неделю посмотреть. Хотя многие наоборот мне написали, ты можешь из-за спортзала не увидеть вообще результат. Ну как бы будет... Ну, вы знаете, в спортзале будет просто жирок перерабатываться, может, в мышцы. Ну, посмотрим. Ну, ты все равно подтянутость уже сразу почувствовал. Мышцы а я чувствую и на животе пресс, и ляхи побаливают. Да, я даже попу чувствую. Ну, и, конечно, мышцы на ягодице. Да, и все остальное, руки. Вот, я сейчас найду... Ой, да что там такое жужжит? Так, я сейчас хочу найти комментарий по поводу вот этих больных мышц. Mm-hmm. Одна девочка спрашивает, так, сейчас одну секундочку, девчата. Уже по везде цветочки цветут. Мы же с дочкой из одуванчиков поплели вчера. Сегодня вы как лебедушки. Лебедушки. Вот, Наташа Кэппи нам пишет. Кристина, Светлана, вперед, вы молодцы. Бегаете по 40 минут, а я на эллипсе максимум минут 20 могу на скорости 25-30 километров в час. Молодец. Ну вы просто вообще. Я на эллипсе 5 минут не могу. Какие 20 минут? Там даже 2 минуты уже потом ноги начинают уставать. Не, эллипс это для меня не Давай вот так вот повернемся, оно сейчас прям дует прямо в эту дыру. Да. Так, и уже после этого дыру. Язык на плече. Динамики. Из висков ручьи текут. Девочки, пейте кофе, это полезно и натурально. О, спасибо, будем Мы пить. Знаем, Наташа, что вы там занимаетесь серьезно спортом. Поэтому мы не удивлены, что вы можете 20 минут только на одном эллипсе тренироваться. Это очень такой серьезный тренажер. Мы на дорожке пока не бегаем, еще ходим. Да. Я внедряю опять бег только по 5 минут. Да, да, да. Еще просто... даже не бегаю. Да. Летом бегала, хорошо. Вот. Какой-то ник на каком-то на языке написан, непонятно. Девочки, добрый вечер. Как справляетесь с крипатурой? Ну, это вот эта болезнь после вот этого. Только начинаю заниматься, на следующий день все болит, а на третий день надо заниматься, а боль такая, что уже ничего делать не хочется. Ага. Елена добавляет, я постепенно нагрузки добавляю, боли бывают, но недолго. Угу. Все верно, по чуть-чуть. Мы все равно поэтому идем, хотим. Хоть и болит. Потому что если сейчас не ходить, они опять ослабнут, и потом опять будет все заново, опять болеть будет. Да. Говорят, что, ну, может, если очень сильно болит, в этот день уменьшить нагрузку, например.
Или точно такую же, как вот самый первый вы делали день, такую же сделать. Ну, я буду делать, меня всегда спрашивают, что вы будете делать? Они вот болят, вот вы пойдите загрейтесь вначале зарядочкой, и уже будет не так больно. А потом потихонечку делайте, делайте. Да вы по беговой дорожке вначале, вы до спортзала пешком дойдите, у вас уже болеть ничего не будет. И так, просто чуть-чуть, разминочку там такую. Мне как-то больше всего всегда болят ноги только, потому что у меня ноги по сравнению с туловищем маленькие. У тебя просто всегда были сильные руки сверху, плечи. Плечи, и... ты отжиматься могла всегда. Да. Ну вот сейчас, конечно, не с такой пятушкой, конечно, тяжело отжиматься, потому что верх сильно уже тяжелый. Вот. А так раньше я, когда была стройной, я вообще отжималась, как хороший мужик от пола. Да. И мы студентами играли еще в эту игру. Она что-то решила, армрестлинг. Она что-то решила погулять, и говорит, Света, иди за меня, сдавай на мотив. Я пришла, отжаться не могу ни одного раза. Думаю, ну послала бы меня. В институте было дело. В институте. Ты же отжимаешься, как мужик хороший. Отжималась. Да. Сейчас как плохой мужик. Сейчас как ленивый. У меня руки все равно слабые. Я вот тягать могла на фабрике, мы очень тяжести большие таскали. Вот, поднимать. А отжиматься, это там другие мышцы совсем. Отжиматься я не могла. Да, Света же у нас раньше работала еще на фабрике много лет. Швейной. На швейной фабрике, да. Это отделочницей на этом. После, на станке горячей. Да. После училища она сразу же, ей сколько там было лет, я не помню, 17 или 18. 18 мне уже стукнуло, потом 5 лет там отработала, а потом уехала в Ейск. Да, и там с Костиночкой мы уже начали мутить что-то опять, как всегда. Новенькая работали. Да. Наши пути расходились, то сходились, то мы на рынке торговали. Сейчас опять сошлись, слава богу. И да, мы просто бывало, что расходились, но вместе все-таки лучше получается, правда, продуктивнее все. Thank you.
выпьем кофе, ответим на вопросики. Девочки, вот этот вопрос очень часто нам задают. Любовь пишет: девочки, а на время КД вы делаете перерыв в спорте? Я стараюсь 3 дня себе дать отдохнуть от физнапряжения, а потом своими силами пускаюсь в новый период. И энергия бьет ключом, и жить хочется. Раньше никогда ничего не делала. Потому что на танцах приучили, что плевать всем на ваши КД. Нет, девочки, я не знаю, у меня прямо, сильно болезненного такого нету результата. Да, у кого болит, конечно. Есть девочки, которые прям лежат и прям зелененького цвета, им очень-очень плохо, все болит у них. Я вот до родов вообще закибалась, у меня так болел живот. Когда родила дочку, потом вообще как перестала живот вообще болеть, перестал полностью. Как-то болит, может быть, первый день или второй. Мы тогда уже рассказывали, что мы тогда какими-нибудь танцами легкими занимаемся. Или все это обязательно там что-то крутить, когда мы с тобой рассказываем. Простите. Выкручивать болты какие-то уже. Тогда мы и занимаемся вот такими, типа зуба. Полегче. Да, просто многие наоборот. Главное, на пресс не делаем. Девочки, прибежали домой, сегодня такая погода, дождь льет. Суббота. Мы решили еще на какие вопросики ответить. Елена пишет: девочки, я много изучала информации, как тренироваться. Выводы сделала такие. Или каждый день, но на разные группы мышц. Или через день на все тело. То есть мышцам надо давать отдых. Я для себя выбрала второй вариант. Мне просто так удобнее. Месяца через 2 некоторые упражнения меняют. Тело подтягивается. Питание толком не нормализовало. Вроде скинула 10 килограмм, но череда праздников выбивает из колеи. И опять стала в плюсе. На диете любимой как-то сидела. Не помню, сколько скинула, но вес долго не возвращался. Собираюсь опять посидеть на этой диете. Затем перейти на подсчет к БЖУ. Угу. Так, про спорт. Как-то на все группы мышц. И потом... Прямо каждый день в тренажерном зале, конечно, сложно находиться, потому что потом болят мышцы. Мы на следующий день в основном всегда какую-то легкую разминочку делаем или маленькую. Если каждый день ходить, то на разные группы мышц. Тогда нормально. Да, конечно. Mm-hmm. А вот про нормализование еды, да, праздники, все остальное сбивает, конечно же, из колеи. Потому что вот нам хоть и писали, многие такое вот пишут: хватит себя обманывать, вот там едите на праздники, поэтому не худеете. Девчат, мы же, помните, вам и говорили, что мы хотим... На праздники что, там же не с утра до ночи ешь? Один ужин поел, либо обед, и все. Пришел на обед, съел 3 шашлыка и кусок торта, это все. Это ж не как на Новый год. Праздник и 10 дней ешь подряд с утра до ночи. Не, мы просто теперь уже не едим на праздник. Знаете, как вот садишься в 6 и до 11, например, ешь. У меня даже после плюса особо такого нет. Так что и праздники тут вообще ни при чем, мне кажется. Нет, понятно, что все вот такая вся еда, все эти праздники не дают возможности похудеть. Но самое главное, хоть не поправляешься, потому что ты научился уже набираешь тарелку какой-то еды, ты поел и успокоился. Нету такого, как вот раньше были у нас застолья, мы сели за стол, я говорю, в 6 гости все пришли, и ты сидишь до 11 часов вечера, у тебя бесконечный ужин. Ты ешь, подкладываешь в одну тарелку. Болтаешь тортик, потом еще тортик. То песни пьешь, то ты опять налил рюмочку, да опять подъедаешься, закусываешь, еще что-то. Еще, девочки, очень классно. Без алкоголя вообще ты 10 раз подкладывать не будешь. Мне кажется, алкоголь, он сильно... Один раз поел и все. Один раз поел, и можно вставать уже из-за стола. Можно убрать все со стола, чтобы она не смущала вас, эта еда. Все наелись, и все. И занимайтесь дальше, караоке пойте или еще чем вы там занимаетесь. Мне так удобнее. Так как у нас дома сейчас все держат свою еду, свой вес, мы как-то быстро поели,
Ну, быстро. Ну, просто поели, да, все там полчаса, сколько там. И все, мы убираем сразу со стола. Там уже чай пьем, кто-то с кусочком тортика, кто как. И все, нету бесконечного поглощения пищи, как мы раньше это делали. Поэтому мы обратно вроде как не набираем. Ну, про вес, про все мы это уже сказали. И тут, девочки, какие вы молодцы, что вы вставляете ваши фотографии. Колоссальная разница, какие вы были тетеньки, какие стали девочки молодые, креативные, так держать. Вот Марина пишет. Спасибо. Девчата, спасибо вам большое. Мы просто как раз все это и вставляем, чтобы была мотивация и у нас, и у вас. Что как человек выглядит, ну, в полном весе. С лишним весом. Да, добавляется сильно, конечно, возраст. А когда ты худеешь, ты сразу же не на свои года начинаешь выглядеть. А если прям хороший у тебя уже вес, ты еще и моложе начинаешь выглядеть. Мы хотели вам и сказать спасибо вам большое, девочки, за такую поддержку, которую вы нам постоянно пишете. Мы эти фотки еще и вставляем иногда, чтобы вы сравнили, посмеялись где-то как-то что-то. Какие-то веселые фотки пытаемся вставить, найти. Мы иногда сами со Светой пересматриваем старые фотографии, ржем. Она мне мои найдет, я ее найду. Да, любим мы этим заниматься. И поглумиться вдвоем над этими фотками. Вот. А может быть, потом будем над вот этими фотками глумиться. Ну, над моими. Надеюсь. Девочки, ну, всего вам хорошего. Увидимся завтра с вами в ролике. Да, всем хорошего дня. Пока-пока.